Меховые выставки основательно подготовились к Новому году. Новое поступление шуб отличается широким разнообразием меха. Среди тысячи моделей можно найти не только норку и лису, но и более редкие модели из мутона, астрагана и нутрии. Конечно, удлиненные стильные модели с капюшоном интересуют посетителей больше остальных. Поэтому, если вы задумались о покупке, лучше ее совершить в первые дни выставки. Укороченные модели «Автоледи» – практичная городская классика. Аналогичная модель, но с удлиненными рукавами, представлена дизайнерами из лисьего меха. В отличие от норки, он особенно популярен на западе страны. Капюшон – это в первую очередь удобство, которое спасает от холодного ветра и снега. А еще это дополнительные расходы на шкурки, а значит и более высокая цена конечного изделия. Альтернативное решение – покупка шапки, которую также можно приобрести на выставке. Выгодный вариант – оплата наличными. Для таких покупателей предусмотрена скидка 10%. Также для удобства покупателей на все изделия предусмотрена рассрочка до 2 лет. Выставка кировской меховой компании «Белка» работает в городе Кызыле в спорткомплексе имени Ивана Ярыгина с 14 по 24 декабря с 10 до 19 часов.